Осуществили детские мечты сотрудники прокуратуры Ненецкого округа, посетили Центр содействия семейному устройству «Наш дом» и приняли участие в новогодней акции учреждения. Александра Литкова продолжит тему. Как и полагается, к новогоднему утреннику воспитанники Центра содействия семейного устройства «Наш дом» хорошенько подготовились. Ребята представили небольшую концертную программу, показали номера, подготовленные вместе с педагогами, исполнили песни, хореографические и театральные номера. Помогал украшать зал, хороводы водил, елку зажигал, ну и все. Мы готовились к приходу наших гостей, поэтому нас ребята подготовили праздничную часть, где мы танцевали все вместе с гостями, рассказывали стихотворения, пели, и гости в этом участвовали. Это было очень здорово, очень приятно было, мы всегда рады таким гостям. Поздравления воспитанников Центра содействия семейного устройства «Наш дом» с наступающим Новым годом для коллектива окружной прокуратуры стало доброй традицией. В эти праздничные дни важно поддерживать ребят, их веру в добро и чудеса. Ежегодно мы принимаем участие в новогодней акции в нашем детском доме. Нам очень приятно, что наше ведомство, прокуратура Ненецкого автономного округа, ежегодно участвует в такой акции, как «Письмо Деду Морозу». Мы с удовольствием принимаем участие и стараемся одарить всех детишек этого дома подарками. Подарки, как и полагается, красиво упакованы и каждый подписан. В завершении мероприятия ребята также получили сладкие подарки. Александра Литкова, Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».